Итак, всем привет! Сегодня хочу вам представить новое видео и новую карту, свежеслитую. Это Байкал R18. Вот карта, давайте посмотрим. Установил ее на старый профиль, который у меня был. Вот видите, я уже тут проезжал, поэтому тут открыто. Дальше у меня не было. Ну что тут нового? По сравнению с R9, которую слили. В R9 был Иркутск, да, последний, по-моему, город. Сейчас, видите, пошло дальше Ангарск. Ну и так далее. Не буду здесь, не знаю, что тут. Видите, это, скорее всего, на доставку АДР грузов, ну, в общем, с топливные какие-то цистерны или так далее, я так понимаю, это здесь. Ну да. А, нет, вот Иркутлец, Почта России. Так, что еще тут появилось? Появилось, вот видите, еще дорога от Улан-Удэ до... Не знаю, докуда, но тут у нас получается как бы тоннель. Он перебрасывает нас. А куда он нас перебрасывает? Перебрасывает он нас в Ажаевка, наверное, да, получается? Нет. Не в Ажаевка. На Белогорск. Белогорск он телепортирует нас. В общем, вот тут типа паромной переправы стало. Ну, тут, по-моему, все без изменений. Не знаю. Я не вижу ничего. Может быть, что-то новое и есть, но не знаю. Ладно, так. Как нам ее установить? Давайте я покажу. Итак, как нам ее установить? Установил я ее так. Это ключ того, кто слил эту карту. Потом идет Байкал, сама карта. Байкал тоже, так, что у нас? Ну, тоже, наверное, по-моему, она карта, да? Карта России, под номером 2 она. И Почта России, это новая доставка, как бы. Если ее убрать, то прицепы и там что-то еще, там, БДФ, тандемы будут с логотипами магнита. Если ее поставить, то будет Почта России. Ну, я установил ее так, вот самый верх, как бы приоритет сделал. Да, кстати, хотел на прошлые карты, сейчас покажу, устанавливалось, я ставил физику от Алексея П, да, все оно работало. Сюда же ее устанавливаю, начинают прицепы, в общем, перекрашиваются, не знаю, в какой-то зеленый цвет. В общем, я ее удалил, поставил вот от Момо, по-моему, как Момо, да, Момос, физику поставил и вот это сиденье поставил, не знаю, как она будет работать или нет. Ну, в общем, так. А дальше, как сами, смотрите сами, экспериментируйте, как, что. Ну, думаю, какие-то грузовики или что-то тут пойдут. А вот остальное, ну, как бы, ну, я не ставил пока. Просто поставил вот это. Ну, давайте посмотрим. Сейчас я взял груз. Здесь, сейчас я взял груз. Вот, видите, у меня тут. Ну, почему-то, видите, не показывает. Вот он, конечный пункт, и я нахожусь в Хабаровске. Вот, сейчас я взял груз от Почты России. Вот он, этот прицеп. Тот же самый МАН у меня остался, я купил свой. Так, ну что, так, свободной камерой. Давайте сейчас мы пролетим, покажу. Но это та же самая база, что и магните в Хабаровске. Вот она. Вот здесь проезжаете.
Ну, вот сейчас я вылечу, покажу. Вот, объезжаете эти ящики и заезжаете вот туда вниз. Ну, а заезд вот здесь. Все практически то же самое, но теперь изменилось у нас место магнита, стала Почта России. Вот она. Стала Почта России. Ну и я взял груз. Так, вот он. Посылки. Хабаровск, новый мир. На карте я уже показал. Давайте немножко сейчас выйдем, проедемся. А в конце видео... А что в конце видео? Я показал, в принципе, как оно уже устанавливается. Просто проедемся немного. Посмотрим, как по карте это все. Ну, лок, вот видите, что тут. Что-то тут красный, не знаю. Вот что-то про Улан-Удэ. Ну, сейчас и попробуем. Да, груз, кстати, 30 тонн. Уже как бы такой, как для 1.28. Я имею в виду, он уже выбирает. Я имею в виду, надо там апгрейдить грузовик. Ну, вот физика вот от этого, от МОМа. Такая она своеобразная. Руль возвращается медленно, приходится самому ему его докручивать. Не знаю, по-моему, Мома это девушка. Выделим, нет? Нет. Опа, стоять. Давайте попробуем так. Нет. Ну вот у нас первый. Ну, в принципе, одно и то же начинаем тут. Ребят, задавлю. Ничего, тянет оно. По ровной идет. К этой физике нужно привыкать, конечно. Ой, а куда я? Не туда. Навигатора у нас здесь нет. Так, куда нам? Опять то же самое, получается, та же самая дорога. Ну, давайте немножко проедемся и посмотрим, что там. Так, а куда нам? Что у нас ближайшее, как всегда, до куда-нибудь, не знаю. А, здесь показывает уже. Хабаровск, так, ну, не знаю, куда. Наверное, да. Ну, давайте до маяка доедем, наверное. Маяк, а там встанем и посмотрим. Ну, вот он прицеп.
Почта России. Без физики, конечно, тут вообще он не тормозит, как всегда. Это на любителя. Кому интересно, тот оставит физику от Глобы. Мне, например, мне не нравится. Это такое, ну это вообще должны быть машины убиты, я уже говорил, чтобы он вообще не тормозил. Поэтому стоп. Нет, все нормально. Вот она, та же дорога. Ну, сразу тоже предупреждаю, ищите в интернете где-то, не знаю, что там, КРАС, КАМАЗ, их только вот недавно где-то выкладывали. Если кому интересно, сами не можете найти или не хотите, то пишите. Я найду и выложу ссылки. Давайте вы. Вот умушники. Да что такое-то? Наверное, ученик на белый, стопудово. Или это специально сделано? Не пойму я никак. Смотри, что происходит. Тот ему упирается в задницу, а тот еле едет. Ой, пошел на красный. Творят. У меня въехали. Так, ну навигат, ну ладно, пока деньги есть, но сейчас не знаю, может, если получится, на где-то СТО какой-нибудь будет, подальше чуть. Кстати, по карте, где у нас? А, ну вот, сюда заедем, попробуем навигатор. Если он открыт, то поставим навигатор.
Это горы, это физика, она непонятно, я к ней не привык. О, ну все. В принципе, я говорю, кроме этих дорог там ничего не изменилось, это нужно туда переноситься и там уже смотреть. Давайте на СТО доедем. Посмотрим, что у нас там можно сделать, какие изменения. Конечно, монтаж нам не нужен. Может быть, что-то можно такое поставить. Ну, кабина. Не, ну, можно, видите, но денег у меня нет. Так, шасси нам не надо. Движок, как бы, конечно, 12 360. Так, а что я хотел? Что я хотел? Навигатор внутрь, да? Есть у нас 70 тысяч. Нифига себе, навигатор круче, чем движок. Смотрите, движок 12 тысяч стоит, а навигатор 70 тысяч. Офигеть. Ну, давайте тогда движок поставим. Обойдемся без навигатора. 13, а у меня 16. Так, давайте вот на 400 лошадей. Опа, как недостаточно? Не понял. А что, у меня минус 16? Офигеть. Ну ладно. Значит, тогда обойдемся. Значит, обойдемся без апгрейдов. Что-то я не пойму. Я вроде не брал никакой кредит. А почему у меня... А, точно, я же брал. Вот. А почему здесь не показано? Ну ладно. Все, давайте до маяка. Посмотрим дорогу. Ну, дорогу, я так понимаю, что все осталось то же самое. То же самое все осталось. Ой. Или он... Пройти можно? Значит, давай. Немножко, ну ладно, давайте до маяка проедемся, посмотрим, что тут смотреть. Я думаю, что ничего нового там такого не произошло вот на этой карте. Вот они, те же самые кочки, вот легковые их проезжают, а вы будете по ним тыкаться. Радует расстояние. Да, и кстати, поменялась немного экономика, я так понимаю. Опа. А, все понял. Это у нас воздуха. Воздуха мало, я думал. Я-то думал, у нас что-то там на ручнике ставят. Я смотрю, это, наверное, воздуха мало. Компрессор никудышный тоже, видите, не качает, система не держит.
метафизика такая вот от этой Момос, такая своеобразная, конечно. Вот это, конечно, не возвращение руля, это не очень хорошо. Мне это не нравится. Ну, зато хотя бы тормозит, и то уже хорошо. Сейчас где-нибудь встанем, потому что воздуха мало. Интересно. А, кстати, ну ладно, теперь уже поздно. Надо было посмотреть, а если тандем, например, брать, то он уже тоже стал Почтой России, да? Ну, сейчас вот, наверное, пойдет, скорее всего, вот этот тещин язык. Здесь нужно подкручивать. Тут, я имею в виду, руль нужно подкручивать на этой физике. Он возвращается, но очень медленно. Хотя, с другой стороны, так физика неплохая, я имею в виду. Ну, как-нибудь где-нибудь я узнаю, как это сделать, чтобы возврат руля был. Так физика неплохая. Но, я имею в виду, вот смотрите, сейчас я покажу. Вот это немножко тормозят. Вот. И потом отпускаешь. Кстати, прицеп давит, он раз такой и опустил. Вот. Ну, это, наверное, опоры мощности. Раз затормозил. Как бы прицеп еще давит, он тоже на тормозах. Отпускаешь. И он, ну, здесь не так не видно. Ну, не знаю, вот до этого я оставил. Прикольно там сделано. Я не понимаю, почему воздух-то не... Ну, видите, вот два контура воздуха, и все они практически на нулях. Но если они на нулях, то вообще такой грузовик, он вообще не должен ехать. Энергоаккумулятор блокируется, и все. И машина просто-напросто стоит. Я имею в виду, она не съедет даже с места. А тут, видите, мы едем. Ну, видите, никак я к нему не приловчусь еще. Тут прям надо чуть-чуть поворачивать. Не получается, а такая физика. Руль у нее возвращается медленно, и тут приходится действовать только рулем. Получается, крутишь туда-сюда. Ну, в принципе, я говорю, вот особо ничего здесь не изменилось, вот даже по этой дороге. Надо смотреть новые дороги. Ну, когда будет свободное время, я покажу новую дорогу. Попробуем с вами, например, от Иркутска и до, что там у нас, последняя Михайловка или что. Ну да, сейчас вот эти, вот они, эти все повороты, но тут все так же осталось. От Хабаровска в эту сторону все так же и осталось. Ну, ссылки я дам на карту. Ну, сейчас она, по-моему, она в свободном доступе везде. Ну, я имею в виду на всех форумах и сайтах, где, ну, как их сказать, где моды для есть для ИТС, она есть везде. Поэтому найти ее проблем не будет. Где-то, конечно, может быть какая-нибудь косячная. Ну, я дам ту ссылку, где я качал. Ну, вот смотрите. Я говорю, кто играл, например, на R9, я ее не переставлял. А, нет, я ее переставил на 1... Она у меня стояла на 1.27 вообще.
Я ее переставил, сейчас перекачал. Я ее перекачал пиратку, ну как бы на Суровой России я играю на пиратке. И в общем я ее перекачал, ну как профиль не создавал, поставил ее на старый профиль. Ну и как видите, вот она работает. Не, ну все-таки давайте до маяка доедем. Посмотрим. Да не, ну что смотреть. В принципе, ну и просто я бросать здесь ее не хочу, машину. Или сейчас посмотрим, где у нас ближайший. А, вот. Вот здесь есть, давайте до сюда. Хотя тут до маяка-то осталось. Там прямая пойдет. Давайте все-таки до маяка доедем. Ну, оставлю эту физику. Не знаю. Привыкну, конечно, к ней. Но она меня как бы не особо впечатляет. Потому что, видите, возврата руля нет. Есть, но он очень медленный. К нему нужно приловчиться. К этой физике нужно приловчиться. Вот этот, да, вот мусор, ну да, все так же практически осталось здесь. Здесь ничего нового, по-моему, не добавлено. Вот и что, Почта России пошла. А говорят, у нас Почта России не работает. Вот что, таскают такие прицепы. Я тут везу 30 тонн посылок с Китая. Ну да, вот оно, тот же самый кировец этот. Легковые эти кочки проскакивают, а грузовые все-таки притормаживают. Поэтому нужно смотреть, и как бы самому, чтобы грузовик не убить. Так, а что у меня? Нет, я, по-моему, не ставил. Без дамага мод я не ставил. Так что едем так. Так, и где мы? А, вот проехали. Где же там было место для... Ну ладно. Не столь важно. Ну да, вот она сейчас прямая. Сейчас смотреть начнут кучки. Ну а так, с другой стороны, с этой физикой, вот смотрите, грузовик идет очень плавно. Кстати, так, подождите, давайте посмотрим настройки. У меня, ну, руль, ну да, у меня, а все он сделан с чувствительностью. Все, вот мы сейчас до маяка доедем. Я, наверное, закончу видео. Ссылки дам для... Кстати, вышла Русмап под 1.30. Так она, 1.75, по-моему. Да, 1.75 вышла для... Уже для версии 1.30. Поэтому тоже ссылочку дам. Кому нужно, найдете. Ну, сейчас я вроде ссылки я даю все под СКС-овский форум. Вот они.
кочечки. Ну, а, кстати, а вот прицеп так и мотает. Физику-то я поставил, а прицеп... Вот он, ну, так... Ну, хотя меньше. Меньше, чем у Глобы. Ну, вот он, маяк. Ну, все, давайте, я не знаю, где-нибудь здесь... Вот она торчит, это опять это. Нужно ее объехать. А то я сколько раз в нее... Спать я не буду. Где-нибудь сейчас вот здесь за кучей щебенки припаркуюсь. Как бы этот тес не задеть. Ну вот, такая карта. Ну, в следующем видео, как будет у меня свободное время, и мы сделаем с вами, проедемся, давайте вот по новой дороге, например, в Иркутск у меня уже был, да, но я ехал в эту сторону, в сторону Улан-Удэ, да, а это мы проедем вот в сторону Ангарска, например. И там посмотрим уже новые, что там, какая дорога, что там нового. Ну все, за сим буду прощаться. Всем пока, до новых встреч.